Карина, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верю. Обещаешь ли Ему служить доброй совестью? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Что мы им скажем? Поздравляем, да? Поздравляем! 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 Окей. Хорошо. Я пыталась придумать, какой вам цвет. Каждому другой цвет. Не хватило цвета. I'll surprise you. Кто такой желает? I'll surprise you. Так, подожди, подеремся. The ones you wanted. You like the white one. Okay. Завтра у нас будет служение торжественное. Они все будут давать свои тестимонии. Они будут свидетельствовать о том, как они с Богом встретились. Я считаю, что это будет шикарная история, да? Потому что у каждой из них была встреча с Богом. И я думаю, что это будет очень интересно. Поэтому все, пожалуйста, приходите завтра. Собрание у нас в 11 часов. И наши торжественные подарки, я уже не хотела везти сюда, чтобы вы тут их потеряли или вымочили. Короче, я каждому приготовила подарочек от церкви. Я узнала их желания, что они хотели. Они все такие, вы думаете, у каждого свои запросы. Один хотел такую Библию, другой хотел такую Библию, такой перевод, всякой перевод, такой обложки, всякой обложки. You know? Все такие у нас. Надо было постараться. Молодцы. Короче, завтра в 11 служение они будут давать тестимонии. И потом они услышат слово, мы подарим подарки. То есть наше торжество продолжится завтра. Гайс, вас зовут кушать. Спасибо. Бежим. Я бегу. Что-то ты стоя бежишь. Конфеты, ребята, коробку немного.